Итак, дорогие друзья, сейчас мы рассмотрим массаж лица. Достаточно приятная процедура на нашем тренинге БТММ. Здесь масла много не надо, буквально капелька, которая у вас остается на руках. Этого, в принципе, уже достаточно. Стоя делать не рекомендую, ваша спина встанет. Лучше садиться вот так вот напротив черепа человека, да? И начинаем мягкие движения. По скулам. Большими пальчиками. Так вот. К слову скажу, что все движения делаются по массажным линиям. А массажные линии, их легко изучить, как они располагаются вокруг любой выпуклости, да, на лице. И, соответственно, уходят потом оттуда к периферии, к ушам и вниз. Собственно говоря, вот так вот они идут. Так, надбровные дуги по черепу и вот туда вот за уши. Выпуклая часть, это вот хорошо очерчено, тут видно, да? Губы, вот они, мышцы. Они по кругу, соответственно, вокруг этих частей, вокруг крыльев носа идут и вокруг глазниц. Сверху и снизу вот так вот расположены мышцы. Соответственно, по ним, в общем-то, все действия, движения у нас и происходят. Значит, откуда начинать, неважно, лучше всего с подбородка или со лба, где менее чувствительные рецепторы у человека, да, чтобы он привык к вашим рукам и лишний раз не сдрагивался, не передергивался. То есть вы положили руки, да, и, как я говорил, желательно не отрывайте. Ваши движения непрерывно продолжаются. Вот, опять же, лимфоузлы вот тут мы обходим, да, отводим их вот туда. Вы помните, они по шее потом идут и вот туда в подключичную впадину уходят. Если помните, как вот многие прямо это продают, как массаж омолаживающий. А по сути, это всегда так было, и в любом массаже практически участвуют. Это работа с лимфосистемой. Многие говорят, вот так вот делайте себе, и вы будете всегда молодыми. Это похоже на то, как в исламе люди после любой молитвы, там, еды, там, какого-то акта, да, они вот так вот умываются, как бы сами себя, да. А фактически, что же они делают? Они сами не знают, для чего они это делают. Фактически, какие-то мудрецы древние сказали, что вот надо постоянно вот так вот лицо проводить. Вот так вот вы как бы совершаете молитву. А на самом деле, первопричина этого движения есть в физиологии человека. То есть, как раз по массажным линиям мы уводим лимфу в стороны и спускаем ее вот туда. То есть, если это дело само себе, тоже достаточно будет эффективно. Лицо омолаживается, все шлаки уходят. Вот. И вот туда. Начинаем с мягких касаний все-таки, да? И потихонечку мы их будем усиливать. С висков вот уводим туда. Сначала вот пальчиками так. Брови так вот можно пощипать. И тоже, видите, практически все движения идут от оси черепа, да, в сторону. Я даже не буду говорить, какие движения я делаю и как они там называются, потому что, приемов очень много, и названия даже, наверное, нету. Какие-то приемы вы просто узнаете. Ну, вот они спиралевидные, да, вот такие вот я по лбу делаю, вожу к вискам. Прохожусь по линии роста волос. Вот ее видно, да? Пальчиками вот так. Вот так, по вискам. И вот туда. Отдельно мышцы, приводящие в движение мимику наших губ.
Носогубные складки. Только единственное, что они делаются очень сильно вот таких движений, чтобы кожа не растягивалась. Чуть-чуть помягче. Вокруг ноздрей, сам нос. И реснички старайтесь не задевать, чтобы человек не вздрагивал. Мышцы век наших, нижнего и верхнего века, которые их поднимают. Тоже название мышц вам ни к чему знать. В принципе, в работе у вас это никто не спросит, как какая мышца называется. Просто я стараюсь именно объяснять просто и доступно, чтобы было понятно любому. Вот, потом можно более глубоко уже вот это делать. Изменная вот так вот достаточно активно. Вот, если помните, мы вот этот прием делали шестеренки, да? Вот практически это он здесь, только на более такой локальной маленькой площади. Такое вот движение не забывайте делать. Женщинам очень нравится. Лифтинг такой, поднимающий вот эти вот опускающие скулы, щеки вверх. То есть обратное движение тому против центра тяжести нашего. Против гравитации. Антигравитационное такое получается движение. Дальше то же самое, аккуратненько, медленно и мягко сделаем вокруг век нижних, поднимая их выше, такой небольшой лифтинг. Все движения надо повторять минимум 4-5 раз, чтобы успевала согреться кожа в конкретном участке лица. Вот, и мягкие такие постукивания, так называемый пальчиковый дождик. Восьмерки можно рисовать. Движение достаточно простое. Запоминание. И вот такие вот есть движения, как вот немножко на срыв. И теперь посильнее можно продавить, например, вместе с точками брови, виски. Как вы знаете, тут практически везде тоже находятся акупунктурные точки. А именно, вот давайте сейчас их прожмем. Где идет троичный нерв? Этот примерно по центру скулы, вот где щека, да, там такая ямочка есть. Вот ее продавливаем акупунктурно, где бровь имеет излом вот такой. Вот здесь вот продавливаем. По центру лба, вот где между бровью и ростом волос, вот прям по центру получается, вот так вот. Точки. Потом точку вот на макушке одну продавливаем, где линия волос начинается. Продавливаем с центра лба, продавливаем между бровей, продавливаем. Есть точки еще с боков, вот тут брови начинаются, там где нос начинается, в
так продавливаем, знаете, из такой вибрации. Середина носа. Там, где нос заканчивается, вот в этой ложбинке, туда поближе прям к самому носу. Под нижней губой, вот где зубы заканчиваются, вот тут. Зубы можете почувствовать. В кончик подбородка. Вот так вот. Видите, сила надавливания у нас направлена сюда, перпендикулярно телу человека. И под подбородком, вот там. Все приемы можно повторять несколько раз. От достаточно грубых и сильных движений, да, до мягких, поглаживающих техник. Тыльной стороной ладони, вот так вот пальчиками. Пальчиками дождик, опять же, на веках. И большими массивными движениями ладоней уводим переработанную лимфу, все шлаки вот туда к шее. Можно наложить ладони на глаза, в конце немножко подержать. Сбрасываем энергию. Все. О том, какие крема в этом массаже можно использовать, масла, какие там дополнительные всякие методики воздействия именно на кожу, на структуру кожи, на всякие там лифтинги, да, убирание отечности и так далее. Об этом мы расскажем в следующем видеоролике.